Здравствуйте. Так как у меня две руки и обе правые, я буду сразу грузить на две палеты. Схема раскладки будет отдельно прикреплена в виде приложения. В связи с тем, что мой напарник очень шустрый, я не успеваю сразу две палеты грузить. Но это не столь существенно. Самое главное, что процесс идет. А еще интересный момент. Смотрите. Когда люди засовывают руку, то в результате получается пальцы. Видно? Видно? Вот. Рукой, когда берется рука, то могут они повредиться. Поэтому надо очень аккуратно все делать. Яйца нынче не дешевые, но это не столь существенно. Все, процесс пошел, еще впереди осталось немножко, но мы справимся.